В добрый путь из Биробиджана отправилась колонна МЧС с гуманитарной помощью. Груз предназначен для жителей, пострадавших от тайфуна районов Приморья. 45 населенных пунктов края до сих пор остаются отрезаны от большой земли. В некоторых из них имеются перебои с электро- и водоснабжением. Поэтому в адрес правительства области и из Приморского края поступило обращение об оказании помощи. Губернатором Еврейской области Александром Борисовичем Лементалем поставлена задача проработать этот вопрос. Значит, совместно с правительством области вопрос проработан, сформирована гуманитарная помощь в объеме 11 тонн. Да, вот эта колонна выходит 11 тонн, это питьевая вода, продукты питания, тепловые пушки. Это самое необходимое, что сейчас нужно жителям Приморского края. Это уже вторая гуманитарная колонна, направленная в Приморье. Ранее было отправлено несколько тонн груза, 4 тонны питьевой воды и 500 килограммов продуктов питания. Вы видели все средства массовой информации из Приморья о том, что действительно и подтопленные, и населенные пункты, к сожалению, урожай погиб, и люди остались без крова. Поэтому любая помощь сейчас важна и нужна. Тем более нам, дальневосточникам, вот жителям Еврейской области, которые пережили 2013 год наводнения, это очень важно участвовать в этом процессе, потому что мы как никто, наверное, понимаем, когда нам помогали выполнить, вся страна помогала, и Приморский край присылал свою помощь.